Открытый телеканал представляет. Уважаемый Михаил Лайтман, мне 92 года. Живу в Израиле уже 34 года. Люблю эту страну, люблю мой народ. Мои дети, внуки, правнуки, все здесь, никто не уехал. Скажите мне, мы уже 76 лет празднуем в Израиле День независимости. Мы отстояли Израиль в 6 войнах. Сегодня у нас снова идет война, и я вижу, что против нас звери. Хамас – это звери. На севере – террористы Хизбаллы. Иран не оставит нас в покое. А какой антисемитизм во всем мире? Еврею страшно ходить по улицам. Так много людей хотят, чтобы не было нашей страны, и мне очень тревожно от этого. Михаэль, скажите, сможем ли мы отпраздновать свою независимость через год или через 10 лет? Я думаю не о себе, когда задаю вам этот вопрос. Я понимаю вас и очень тронут вашими словами. Я думаю, что мы отпразднуем действительно День независимости Израиля еще в таком виде, что это будет праздник для всего мира. Для всего мира. Мы достигнем того, что идея, которая изложена в Торе, она станет основной идеей существования человечества. Вот если можно, какая идея? Это возлюби ближнего как себя в первую очередь. То есть вы говорите, что если страна существует по этому закону, то праздники мы будем эти праздновать все время? Обязательно. Ну вот скажите, возможен ли такой вариант, что нас могут отсюда... Нас отсюда изгнать? Силой. Я не думаю, что нас отсюда могут изгнать. Я не думаю, что вообще впереди какие-то тяжелые времена. Сейчас нам надо думать не только о себе, но и о мире. Что мы миру говорим, что мы ему должны показать, к чему мы его должны привести. Независимость свою, вот эту вот такую, чисто материальную... Этим мы отстоим свою независимость. А военным путем мы должны ее отстаивать сегодня? Конечно. Конечно, то обязаны. Есть тут у вас нет... Нет. Мир для Израиля – это является средством распространения в человечестве, в основном возлюби ближнего как себя. Этой идеи. И мы должны об этом не забывать, и везде, только в соответствии с этим условием так себя вести.